Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Elden Ring, и да, я все-таки буду настойчив, и я победю вашу нелюбовь к этой игре, и я ее пройду полностью и убью всех боссов, вот. Опять же таки, мне нравится это, а как говорится по жизни, делай то, что тебе нравится, вот. Поэтому, я думаю, вы меня поддержите. Плюсом уникальность этого в том, что я не видел на русском ютубе, чтобы проходили именно по всем боссам. На английском языке видал таких, на русском. Потому что, ну, много туториалов очень классных я там смотрел. Ебать вас, пацаны, не-не-не-не. Это очень прям по этому, по кайфцу создают ребята, мне нравится, они все разжевывают, все как надо. Вот, очень много видео, как люди прошли уже миллионный раз эту игру. Нам вниз, и нам надо захерачить дерево, как-то спуститься, я не знаю. Как нам туда спуститься? Там вон пещера, да? Да, и там пещера еще заодно. Отлично. А там этот гигант стоит с луком. А если я по дереву как-то, подожди. Блин, я ход по дереву, если честно-то. Должен. Вон он, обход. Окей, давай тогда протянемся сюда. И оттуда, соответственно, и побежим. Короче, звездные пустоши. Мы сейчас проходим их. Потом столицу. Потом заснеженное королевство. И все. И там какие-то порталы вроде как есть к основным сюжетным боссам. И по сути дела мы пройдем игру. На самом деле не так уж и много... Нихера себе горшок. Не так уж и много осталось, я скажу честно. Отъебитесь от меня. Ты ебанулся, что ли? Ты зачем с коня-то слез? Бля, это что? Это гниль какая-то. Держи. Я застрял. И ой, как я нихуя застрял. Окей, ладно. Это несложно. Откуда гниль? Это дерево на нас наслало. Так. Разорвавшаяся зеленая слеза, пламенная треснувшая слеза. Или это вот эти чувачки? Копье, меч стража. Это что такое? А, это мертвый, окей. Так. Почитать. Разорвавшаяся, да? При добавлении снадобья временно повышает скорость восстановления выносливости. Неинтересно, при добавлении повышает силу атак огнем. Тоже неинтересно, но спасибо. Так, единичку убрали, и дальше мы ищем пещеру. Дальше мы ищем пещеру. Показывал куда-то сюда. Вот, отлично. Опять катакомбы мои любимые. Их бы я, конечно, скипнул, но раз я уж начал проходить все от и до, соответственно, скипать мы ничего не будем. Ну, скипнули, конечно, все, кроме... точнее, скипнули поиск этих подземелий, чтобы я их сам искал, иначе бы это затянулось на века. Вот, таким образом мы пока с тобой живенько все проходим. Требуется вверх.
Ой, забыл, как играть-то. Затребуется вверх, спасибо. Так. Я смотрю, спрыг. А, спрыга нет. Но у меня такое ощущение, что здесь пещера не такая мудреная, как там. Блять, гнильца. Чё пишут? Огонь попробуй. У меня нет огня. Или огонь типа атаку. Вы, пацаны, отъебитесь. Так, туда я к ним не зайду никак. Все-все-все. Кто там бросается-то? А, он спрыгнул, хер бы с ним. Жаль, что так мало всяких неписей придумали. Ты скажешь, секретная стена, да? Угу. И тут еще одна. Одни, блядь, секретные стены. Так, окей, идем. Я тут еще что понял. Я мало пользуюсь щитом. Я его ношу, а не пользуюсь им. Еще есть желающие? Никого вроде нет. Отвратительно был подземелье с этими тенями. Это же просто какой-то отврат. Осторожно справа. Спасибо. Вот эти подсказки я считаю полезными, конечно. Заебал. Каменная астролябия. Подожди. Где ты открылся тяжелую дверь? Вопрос. К знатокам. Где? И как туда пройти? Впереди лжец, понятное дело. Осторожно, тайная тропа. Угу. Так я вам и поверил в рунишки. То есть мне надо идти назад. А ну-ка. Блять. Ну, конечно же, логично. Впереди требуется рычаг. Да я открыл уже. Впереди требуется красная гниль. Это кто? Это крабы? Вы же не злые? Яйца краба. Бля. Это я понял, что это такое. Это
То, где мы были. Ну-ка. Как я заметил неожиданно для себя самого. Бля, еще туча квестов. Ой, какая интересная. Да ёптать. Какая интересная прямая тропа. Ага. И это тут, чтобы отвлекать мое внимание. Хотя один. Если он там был один. Один упал. Голова беса. Волк. Мне кажется, что-то похожее было. Вот здесь был, горшками бросался. Священный бутон. Это редко для создания всякого дерьма. Так, давай-давай, бросайся. Или вы про себя имеете в виду, впереди лжец? Я сюда зачем пришел? Тут есть что-то... достойное. Гриб. Вот эти ландыши. Могильный ландыш. Короче, ладно, бежим назад. Ну вот эти, слушай, вот такие светлые, ничего даже, я бы сказал. А когда ты в пещеру, в эту темную ебучую заходишь и непонятно куда бежать, вообще отвратительно. Угу. Так, простите, чуваки. Они сами, ваши братья, на меня напали, я здесь не виноват, вообще ни при чем. Ёб твою мать. Вот это вот... вот это плохо. Плохо тем, что зажали. Блять. Ну-ка, ползите сюда. А почему у меня в это... гниль поднимается, я не понял. Меня вроде не дебафнуло ничем. Так, подожди. Ну вот, от гнили есть у меня. А гниль, бля, жрет дохуя же. Так, побежали. Так, во-первых... пусть одна, применить, съесть, есть, так, выпить, призвать. Кто тут? Кот какой-нибудь ебаный. Два кота. Вы ебанули, что ли? Давай, на тебе один, на мне второй. Ты там как? Отлично. Со скипетром, с мечом. Прах. Тыквоголового безумца. Кстати, про прах я не читаю почему-то. Давай почитаю. А это что такое? Со звездочкой. Это какие-то вообще крутые куклы ночной служанки. Они же, видишь, разделяются по элитности. Так, прочитаем про тебя. Горстка праха, где все еще обитают духи, используйте, чтобы призвать духа тыквоголового безумца. Дух рослого, мускулистого, но безумного солдата. Темный шлем. Блять, это так неинтересно.
Хотя, может быть, в них как раз лоры вот этих всех NPC заложен в этих прахах. Я так думаю, а там хер знает. Он до конца не поймешь. Каждый лор данной истории поймет по-своему. Там ты пробежал, допустим, по основному заданию. По основному сюжету, окей, ладно, так скажем. Ну, пойдем туда сходим. Нам же туда. И все, и вроде не понял. А потом это... А потом, блядь, как туда попасть-то? Стой, стой, стой. Там где-то есть проход, окей. А вот тут по ущелью вообще. Ну давай сразу туда пойдем, а остальные два они внизу. Если так пойдем, сегодня больше, чем 5 успеем. Тут всего 25 боссов, многих из них я уже того этого. Так это подъемник, окей, поехали. А, все, я понял, это было, где этот лучник стоит. Он у нас постоянно и шмалял. А поскольку дают по 23. Вот он. А, блядь. Ты еще один. Все? Надо бы ему было в голову втыкать. Так, сейчас стрельнет. Щит. Ты же меня не убьешь? Ну эти шмаляют, будь здоров. А как мне это, горшок вот этот? У меня есть мысль. Я ее думаю. Ты хуёв с прицелом, братан. Ебать, задел. Давай сейчас проверим, во-первых, горшок. Живой он или нет. Просто если он живой, мы хуй пройдем. Не, не живой. Бля, ты что такой кривой-то? А как сюда попасть? Сюда нельзя попасть? Так. Это очень здорово. Так, сохранилось что-то. Окей, давай этого валить. Угу. Бля, у него ноги-то забронированы. Ну, пробивается. Да понял, я понял. С конем его убьют нахуй. Такие они бестолковые. Вот он с луком своим ходит. И все. А с чем я сюда пришел? Горшок стоит. Там какая-то арена Колизей.
Так, тут трупы. Просто непонятно. Ну, есть спуск, пацаны, видимо, прыгали. Но безрезультатно. А может, поговорить можно? А, заговорить. Теперь вы будете видеть красный знак призыва рыцаря Великого Кувшина. И где? Понял. Пиздец. Ну ладно, я задурковал, чё. То есть мне... Понял прикол. То есть мне нужно троих завалить. И тогда что-то будет. Я готов. Это хорошее. Эти лучше дерутся. Да ты серьезно, блядь, что ли? Ебать, как далеко. Бля, эти сейчас нахуй лучники ебаные. Ага. Сдохну. Отвратительно. Этих надо валить. Допустим. Это добавляет сложности. Так, давай, мага начали. Мага и продолжим. Ну-ка. Ты катанская шалава. Не понял. Идет на ближний бой удобнее всего. Так.
погибнет. Хорошо. Маг какой-то. Ну, судя по головам. Нихуя себе, нихуя себе. Это нечестно. Третий остался. Они все, короче, и маги, нахуй. Ебать, с двумя колотушками, блядь. Мне спасло, что замах долгий. Все, ладно, эти говнящие были. Фух. Я все. Чего? Рыцарь, дуэлянт, кувшин, чего? Я не буду с тобой драться. А, склад великого кувшина. А это у нас... так, это вот это. Сильно повышает макс вес снаряжения. Ну да, нормально, но... нам что-то не надо. Так. С этим пришлось поковыряться, ребятками. Так, прочесть послание. Я бы тебя на превьюх, наверное, взял. Других-то у нас вариантов особо нет. Так, как это? Вот так. Бля, не видно. А ну-ка. Это все равно тоже близко будет. Вот так. Ну-ка. О. Огромный, бля, кувшин. Так, кувшин дуэлянт. А, что нам надо? Вот это. Без интерфейса. Блядь, без интерфейса я не могу, конечно. Так, перемещаемся дальше. Эту метку я снимаю. Дальше у нас 3 и 4. Кто они? Я не знаю. Так, нам вот так по тропинке. Поближе ничего нет. Ну да, можем еще одного-двух успеть, если они будут на поверхности, допустим, был бы. Так. Тропинка туда ведет? Нет, это в обратную сторону. Вот туда. Через этих очаровательных пташек. Ну, заодно посмотрим, что тут как. Вот армия ходячих. С этими собаками я бы не связывался. Они наглухо нахуй отшибленные. Все. Кружись, пламя. Пацаны, я же тебе сказал, они ебанутые, нахуй.
Так, там... Я не увидел, был чемодан или не был. Здесь даже призывать можно. Я сел нахуй, я в домике. Так, а это что за руины? Мне, походу, дел сюда. А может и нет, кстати. А может и да. Руины Калима. Это огненные. Наверное, есть это. Дырка в земле. Так, трупари вылезают огненные. Пацаны, мне один вопрос. Где у вас дырка в земле и все? Я тут как бы не планирую с вами махаться. Ебать, жгут. А вот и дырка в земле. Ого. Ебанё. Не долетело. У него со спины дамаг прилетает выше, чем с головы. Ты зажал мой прах. Прах, ты будешь нахуй что-нибудь делать или я чё? Мана. Мой прах завис нахуй. Ебать, очнулся. Так, ну это была подстава с этими чуваками. Враг повержен. Ты иди сверху там повоюй, там народ дохуя приехало. А я здесь. А почему сундук стоит сбоку? Щит с ликом. Я даже приколюсь. Так. Где он? Давай про него почитаем. Необычный бронзовый щит, на котором изображено лицо огненного великана с несколькими языками. Зловещий лук и пылающее пламя призваны возродить в людях забытый ужас перед древними исполинами. Иными словами, такой щит служит своего рода предупреждением. Особый навык – язык пламени. Высунутые языки выпускают мощные огненные струи, длительное нажатие продлевает атаку. Можно применять в движении. Да? А я даже не тяжелый, нихуя себе. А, я не это, не надел его. Наряжение. А. Поэтому он его не может применить. Это, короче, если за какой-нибудь тяж вес будешь играть. Да, он 44 силы требует. Это прям оно. А, так. Ну да, да. Вот оно, третье. Это точно оно. Я помню, даже отмечал. Мы сейчас дальше вот так по тропинке побежим вот сюда. И заодно вот со старухой чтицей пальцев пообщаемся. Так, пацаны, я это... Мне куда-то туда. Ебать, какое мерзкое просто пространство. Просто мерзкое. Я хуль тут говорить. А ну все взял... Сел.
металл. Так, мне вон туда куда-то показывается. Есть еще вон тот замок. Надо его тоже будет посмотреть. Я вообще предполагаю, что главного босса мы в этой локации убили уже давно. Прошу. Я могу их прочесть. Пальцы покажи мне, свои пальцы. На, посмотри. О, благодарю. Что тебе больше по душе? Празднество или цветы? На юге проводят грандиозный фестиваль, чтобы освободить звезды. На востоке ты найдешь жесткий тугой бутон. Но осмелишься ли ты войти в самое сердце красной гнили? Давай сделаем вид, что мы ее не видели. А то она, ебать, что-то совсем дуркует. А мы были уже на фестивале и победили Родана, и освободили уже звезды, поэтому... Так, пацаны. Как вас обойти-то? Так, там лагерь, окей. И самое интересное в том, что вот эти, типа, человеки, они сражаются с вот этими, типа, собаками и, типа, птицами. Это что такое? Они тут все друг с другом нахуй воюют. Тут, по идее... А чё тут? Привет, гриб. А он мне говорит... А, она мне вот сказала, тугой бутон. А, вон, вижу пещеру. С ключами, конечно же, блядь. С двумя. А зачем там призывать кого-то? Там кто-то есть? Как я все и говорил, блядь. Моя любимая пещера. Тюремная пещера. Сразу с сундуком. Коснуться и, наверное, посидим. Зачем, я не знаю. Ну, будем ее проходить. Руническая дуга. Давай вот прям сразу по прямой. И сразу босс. Как бы это было прекрасно. Но я многого хочу. Ну тут типа смотри, какая атмосферка, окей. Я согласен. Выглядит хорошо. В том плане, что... Как она называется? Тюремная... Чё? Пещера? Здесь тюрьма. Вот это вот все. Крысы в тюрьмах. Окей. Выглядит отвратительно, но... Тематически. Тематическая вечеринка. Угу. Сука. Я даже чуть-чуть подпрыгнул. Только совсем чуть-чуть. Кто это воет? Так, это горит, окей. Пацаны, вы как? А вы не откроетесь? Ебать, это самая пустая пещера, которую я видел. Нет, она должна открыться. Там он видел у них в это. Это было красиво. А
как их открывать-то? Там он видит, что у них, к ним есть про это. Лутецкий у них там какой-то. А давай так. Я только что видел, чувак бегает. Давай сейчас по одному. Те, которые у ворот, загасим. Нам же это ничего не стоит. А можно вот так. Да, второго уже не достаю. Что пишет? Огонь не требуется, и тогда... Во. Тыкательная атака, супер. Но мне... Ах, вон он, рычаг открывает все эти решетки. Это не те чуваки, которые ваншотают нахуй. Сколько бы у тебя не было хп. А ты что там охранял? Я хожу со щитом. Это типа потом второй круг делать. Блять. Чтобы потом это все залутать. Три. Но, наверное, стоит этим заняться. Тут очень много лута. А где? Какой дым напускают. Угу. То есть мы сейчас что делаем? Мы сейчас... нам вот туда, я так понимаю. Вот туда по прямой. Наверное. И нам сейчас нужно следующее. Мы сейчас поднимемся наверх. Откроем рычаг, откроем все клетки. И сделаем еще один круг, но уже с этими горящими заключенными. Правильно я понимаю? Осторожно, крыса. Одна. Ебать. Ебать, одна, ага. Вот всегда таких врагов и получаешь. Так, золотая руна. Все равно, мне кажется, мы чуть-чуть поздновато сюда пришли. Сюда надо было идти после озера, наверное. Это что такое? Я обойду на всякий случай. Еще есть? Все? Ну я так, на всякий пожарный. Ну да, как я тебе и говорил, мы сейчас поднимемся наверх, откроем рычаг и пойдем еще раз по кругу. Кузнечный камень мрака 5. Вот тебе еще один, пожалуйста. Я их столько искал. Ага, только засовы были с другой стороны. Ну да ладно. Это как не бывало никогда, идешь такой по подъезду, там поднимаешься и видишь, и видишь это, что у кого-то дверь глазком внутрь, блядь, поставлена. Это вот из этого разряда. Так, ну этих крылатых охранников я вроде всех завалил. И чуваков вроде тоже почикал, не всех, конечно же. Ага. Ну, пойдем, что делать. А тут всех, да? Тут всех почикал. Окей. Ёптать.
Ничего себе. Я думал, они обнимаются. Ну. Тут ничего такого. Все свои, если что. Щит позора. Впереди кольцо Элден. Ладно. Так, здесь. Ну их типа по три. Это что такое? Ты не имеешь права, ты не имеешь права. Как всегда, блядь. Что-то я нихуя не понял. Подожди. Теперь я понял. Мы пришли оттуда слева. Это короткий проход, он теперь открыт. Главное теперь не сдохнуть, потому что идти будет неудобно. Так, окей. Сейчас спрыгиваем. Вроде ок. Ладно. Бля, еще тут везде руны. Но в любом случае, эту дверь надо было открыть, потому что... Дальше бы мы никак не прошли. А вы где эти грибы-то собираете? А потом... Ага. Так эффективнее. В кои-то веки, блядь, по всем попал, кто тут был. Такое ощущение, что тут, блядь, два человека писали. Впереди лжец, впереди тайный проход. В Экидзасе. У меня очевидный ключ. Ну, хотя бы один кэшбэкнули. В Экидзасе. Это какой-то самурайский, да? Ой, сколько у меня катан. Что такое в Экидзасе? Или это кинжал? Да. Короткий меч с волнистой линией закалки. Уникальное оружие воинов из страны тростника. Вызывает у врагов кровотечение. Такие мечи обычно берут с собой про запас. Но есть человек, который носит этот клинок в левой руке, а в правой большую катану. Окина. Так называют этого демонического мечника. Навык отшаг. Навык, который ценится ловкими воинами. Сделано понятно. Ну, я так и предполагал, то есть две катаны, две полноценных катаны в руке, это жирно, плюс это нужно прокачивать и вес снаряжения, и все. Что-то я не понял, вон там решетка. А, мы туда ходили назад. Или нет, не ходили. Не понял. Не понял, не помню. Впереди лжец. Вот. Жирно с двумя катанами ходить, это нужно очень вкачиваться. Когда у тебя второй такой короткий клиночек, то, в принципе, ты удобно. Вот туда... Друг неожиданно. Друг? Ну, я вижу только один вариант прохода. И это сюда. Тихо. Так, ничего не вижу.
Хорошо, я не спрыгнул. На всякий случай. Ебать, ты кто? Все понял. Бля, чё прах тупит? Мы такого Спартака валили уже. Красавчик. Что прах, блядь, стал тупить? Это все после обновления, что ли? Прах гниющих трупов. Отлично. Там куда-то проход. А проход куда? Это куда-то выход. Из могилы. О как. Ой, какое-то красивое. Ой, какой видочек. Так, а ну-ка, снаряжение. Что это мы взяли? Какой-то меч. Регалии Иокай. И да, это наподобие мочи пламени. А, старинный меч из Иокай, да. Так, маленький, канувший в лету страны, медный цвет клинка не стоит путать ржавчины. Это покрытие служит своего рода проводником, позволяющим сражаться одним усилием воли. Мечи Иокайда словно танцуют в небесах. Особый навык – танец меча Иокайда. Метните в врага вращающийся меч, напитанный энергией, чтобы нанести им несколько ударов подряд. Заряженная атака длится дольше, а ее дальность увеличивается. Ну вот, глянь, какой классный меч нашли, а ты говоришь заканчивать. Так, что у тебя тут? Что это за побережье, кстати? Я что-то особо такого не помню. Но мы можем даже отсюда переместиться. То есть, типа, нам нафиг это надо. Сейчас, подожди, одну прям секу. Так, все, я вернулся. А, мы можем. Мы можем вот так прям сейчас сразу сделать. А, я отметил 5 боссов, но еще новых. И они вроде все как на поверхности. Вроде как все на поверхности. А где здесь выход? Выход. Выход здесь. Ну, я считаю, что один мечевидный ключ кэшбэкнули, и это уже достижение и победа. Я предлагаю сейчас, ну, не 5 боссов я не успею в любом случае. Тем более, если там будет из них один или два фантома. Вот, я не осилю их. Ты ёбаный в рот. Что это? Ёбаные детеныши. Ебать, взрослые мерзкие нахуй. А мелкие еще хуже. Кто тут? Меч из-за метеоритной руды. Прикол. А это... Где такой? Кто-нибудь видит такой меч? А, это катана. Катана из метеоритной руды, орудие убийства существ падающих звезд наносит магический урон. Говорят, по своей мощи атаки этим оружием может сравниться разве что ударом метеорита. Навык гравитас.
Прием, ну-ка. Ну-ка. Давай посмотрим. О. Ты мне сказал, что это катана. Понятно, подтягивает к себе. И мне кажется, там еще один трется уебок. И мне как бы отсюда свалить. Щенок, блять. Мне для этого тут призыв горит. Согласен, они ебо... наимерзейшие эти. Я понял, я понял. Ты тут, блядь, главный, нахуй. Так, собаки. Да ты нахуй. Блядь, подобрал смазку, нахуй. Все, отъебись. Я собрал меч. И он тут самый, наверное, крутой, все. Ой, блядь, куда я иду? Мне, походу, дело не сюда. Я иду на скалу. Мне не сюда. Мне вон туда. Зачем я сюда спустился, блядь? Ибо так оно охуительно подтормаживает. По этим пуски, склоны и так далее. А прошло пару минут. Мне надо на единичку. Так, этих пацанов я бы вот так обошел. Они троем идут, блядь. Сейчас они стрельнут вот этой своей дальней атакой, мне пизда. О, отлично. Отлично, благодать. Так, по-моему, тут кто-то есть из ночных. Ребятушек, отдохнуть. Мы сейчас возьмем скоротать время до ночи и поедем, посмотрим. Кто да что, да зачем, да почему. Так, единичка где-то тут. Дракон. Ебать ты блевотный. Блять, началось нахуй. Ебать, он еще и блюет. Меня отравили. Давай добьем его, пока я не сдох. Вставай. Где дракон? Ебать, какой он тяжелый. В том плане со своей гнилью. А гниль, как мы все сами понимаем, жрет пиздец. И все, драконье сердце. Да. На уровень мне хватит. Я не ожидал тут дракона встретить. Повысить уровень. Мне нужен 2000. Так. Инвентарь. Мелкую. Мы сейчас мелкий применим. 200, прикинь. Тут даже по 200 еще есть руны. А вот копейки я не помню уже.
Пиздец, серьезно. Ух, тут 800. Ну, ладно, хуйня. Потом ближе к концу все их истратим. Так, повысить уровень. Бля, я когда-нибудь докачаю эту мудрость. 121 уровень. До 60. И мы посмотрим, что же это за... подожди, стой. Сейчас быстро, ну, чтобы 5 раз не бегать туда-сюда. С другой стороны лежал дракош, никого не трогал. Прискакал какой-то упырь, блядь. Ну, конечно, он травит. Я боюсь, что... Точнее, не боюсь, мне кажется, что там храм Марики. И там может быть еще слеза. Пойдем посмотрим. Нет. Так, во-первых, тут есть благодать. Где она? Вот она. Сидеть я у нее не буду, иначе этот черт может вылезти. Я лучше так вот баночку херакну. А то, что здесь храм драконьего причастия, это очень весьма и даже неплохо. Справочник апостол древних драконов. Мы что-то можем создавать, кстати. Создание. Все? Я столько справочников собрал. Давай посмотрим, что же... Ух, нихуя себе. Так, дыхание дракона. На все нужно вера и колдовство. Пламя Экхилу. Лавовое дыхание. Блестящее дыхание. Блестящее дыхание Смарга. Гнилое дыхание. Гниение Экски. Ебать, хуй выговоришь. Ледяной дракон. Коготь дракона. Нормально, а в этом храме драконьего причастия оказывается больше всяких этих. Но опять же, я не качаю ни веру, ни мудрость, чтобы, наверное, я предположу, чтобы, наверное, все-таки надо посидеть, хотя мы и так ночью, чтобы, наверное, они нормально работали, надо качать и веру, и колдовство. Тогда только будет окей. Бля, не говори, что сейчас день, а не ночь. Сейчас день или ночь? Вот здесь, если я ничего не путаю. Охереть. Привет. Один мечевидный ключ у него есть. Здесь должен быть этот. Ночная каварелия. Ну-ка. Самое главное, чтобы там этого рыцаря не было. Есть, блядь. Блядь, прикол тоже, охранник хуев. Мне каждый раз с ним воевать надо. Так, сейчас один босс. Или даже два, там второй рядом вроде как. Вот и все, наверное. Вон он, блядь. Здорово, блядь. Так, ты с чем? С булавами? Привет. Один удар.
прости. Что дадут? Пепел. Пеплами не пользуюсь, не читаю. Опять же таки, описание навыка. Так, снять. И еще, по-моему... Также, если ничего не путаю, там должна быть птица смерти. Вон она, блядь. Короче, сейчас мы пробуем 1-1.5 раза. Это, блядь, опять она с этими... С крыльями своими ебучими. Как я и говорил, 1-1.5 раза пробуем. А я что-то обрадовался, хуярю ее. Блять, обидно нахуй. Я ее почти добил, блять. Она так хорошо зажалась в углу. Сейчас может такого не произойти. Это называется пожадничал. Великан наверху. Ну давай пробовать еще раз. Она не жирная. Ёпта, ну как это перепрыгнуть-то нахуй? Блять, я отошел. Сейчас будет взрыв. Поражение нахуй. Как бы мне отморозить-то отморозиться? Отвратительная. Кто бы только знал. Так, хер с ней, с этой птицей. Я предлагаю сейчас вот тут посмотреть во враге, кто здесь. Если там что-то наподобие этой птицы, в рот их ебать, оставим до следующей серии, потому что у меня же башка от нее гудит, и если честно, мне она раздражает, эта птица. И тратить на нее эфирное время мне вообще, бля, неохота. Так, вообще мы можем вот так сделать. Я ее, может, потом без записи ее заебашу.
Так, здесь можно. Призвать пепел. А с кем здесь? Махаться. С тобой, что ли? Да это несерьезно. Тобой. Ебать ты. Кто такой? Командир О'Нил. Это гнил. И он травит, ты гнил ее. А вы все тут гнилые, да? Ебани его. Так, а вы исчезайте, давайте, вообще-то. Могучий враг вообще-то повержен. Стандарт командующего. Игла из чистого золота. Я бы посидел. А, не. Ну да, давай посидим. Игла из чистого золота. Что-то у нас такое было. А, что-то еще. Снаряжение. Давай почитаем, что за стандарт. О, стандарт. Уярд, где это? Вот оно. Это видавшие виды алебарда, обернуты потрепанным красным стягом. Несмотря на бегство своего повелителя, командир О'Нил продолжил размахивать этим флагом посреди поглощенного гнилью поля битвы. Он единственный ветеран, который вспоминает тот бой с гордостью. Особый навык – победное знамя. Возденьте в воздух боевое знамя, усиливает атаку и защиту как заклинателя, так и ближних союзников. Я думал, призыв. Думаю, вот сейчас можно имбу придумать. Типа, копьем призываешь. А кто тут еще-то, блядь? Вряд ли вот эта вот хуйня. Кто тут? Ебать, у них кровотечку они вешают. Так, это я понял, окей. А с кем драться-то? Тут нет никого. Может, ночью приходить? Но если ночью, я не пойду. Сейчас опять это бить. Может быть, тут кто-то есть. Ну это вряд ли. Это кто вылез? Ты кто нахуй? Это такая же бабёха. Какие-то комары, блядь. Людоеды. Да дай мне... Спасибо. Пепел войны. Так отстань от меня, нахуй. Бестолковое создание. Здесь я сражался с боссом. Окей, окей. У меня стоит отметка. Вот здесь. Может быть, чуть-чуть туда. Короче, сейчас сюда идем. Какие-то разъебанные чуваки сидят. Камни. Камни. Ты что ли? Да вряд ли.
Ну, допустим, убили-убили, но это не босс опять, и даже не мини-босс. Окей, тогда давай так, болото Иония. Я сейчас иду тогда к костру. О, жук. Тут пеплов войны валяется. Я иду к костру. Вот так перемещаюсь. И на этом мы с тобой на сегодня закончим. Продолжим в следующей серии. На этом все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.